Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал. Все добро столовой ложкой под себя гребет не глядя. И ведут велодорожки непременно в парк Заряди. Парк культуры и прогулок, ну а выпить не с кем, блять. Не найдешь тут закоулок и приходится гулять. Где, скажите, Эрмитаж? Да у меня культурный стаж. Где же пушкинский телец? Смирить не хотите ли? Алена ваш гараж. Алло, гараж. Вся культура в Питере. Ленки ходят до Наташки, не москвички коренные. Сломаны пятиэтажки, в моде здания иные. Где найти приют окурку? Не ответит даже ясень. Я базарю за культурку и расклад походу ясен. Где, скажите, Эрмитаж? У меня культурный стаж. Где же пушкинский телец? Смирить не хотите ли? Острая, как суп харчо. Но да хуя в Москве вай-фая. Ну не хочу быть москвичом, чтоб по кругу в электричке мчать, как белка в колесе. Написав страничке личной, как же заебали все. Где, скажите, Эрмитаж? Где же пушкинский телец? Не, Алена, ваш гараж. Вся культура в Питере. Где, скажите, Эрмитаж? У меня культурный стаж. Где же пушкинский телец? Смирить не хотите ли? Не, Алена, ваш гараж. Вся культура в Питере. Есть хуй.